развитии народного хозяйства Советского Союза машиностроение занимает ведущее место. Наша промышленность, оснащенная самой передовой в мире отечественной техникой, выпускает мощные портальные краны. Шагающие экскаваторы, пятитонные самосвалы, землесосные снаряды, первоклассные корабли, локомотивы, самолеты, автомобили, тракторы. Комбайны, турбины, прокатные станы, токарные станки и самые сложные и разнообразные машины. Всякая машина и механизм состоит из отдельных соединяемых между собой монтажных частей и узлов. Например, самоходный электрический тельфорд состоит из следующих узлов. Тележки, электрооборудование, мотора, барабаны с тросом, крюковой обоймы и редуктора. В свою очередь, каждый узел машины состоит из отдельных деталей или комплексов из нескольких деталей, предварительно соединенных между собой. Для соединения между собой узлов и деталей в машинах применяют следующие крепежные и вспомогательные детали. Болты, гайки, шайбы, шплинты, шпильки, винты. В соединениях, не требующих особой точности, могут применяться черные болты и гайки. Обычно гайки завертываются плоскими ключами. В узлах, требующих точной пригонки деталей, например, в картере авиационного двигателя, детали соединяются с помощью чистых болтов и гаек. Шайбы подкладываются под гайки и головки болтов. Для завертывания гаек в труднодоступных местах служат торцовые ключи. Разводной шплинт препятствует
саморазвинчиванию гаек. Прорезы в торцах гаек делают для вкладывания шплинта. В серийном производстве пользуются механическими гайкозавертывателями. Наряду с болтами для соединения деталей применяют винты. Обычно винты завертываются ручной отверткой. Механическая отвертка значительно ускоряет и облегчает труд рабочего. Наиболее ответственной частью крепежных деталей является резьба. Винтовая линия резьбы образуется путем наложения наклонной нити на поверхность вращающегося цилиндра. При вращении цилиндра по часовой стрелке образуется одноходовая правая винтовая линия. При вращении цилиндра против часовой стрелки образуется левая винтовая линия. Двухходовая винтовая линия получается при наложении на цилиндр двух нитей одновременно. Гребень резьбы образуется на поверхности цилиндра путем перемещения его профиля вдоль винтовой линии. Движение одновременно двух профилей, каждого вдоль своей винтовой линии, образует двухходовую резьбу. У болтов и винтов угол подъема винтовой линии небольшой, и резьба самотормозящая. Винты, у которых угол подъема винтовой линии не больше угла трения, являются не самотормозящими. Такие винты преимущественно многоходовые. Современное отечественное производство крепежных деталей в значительной мере автоматизировано. На этом станке из толстой проволоки без нагрева изготовляются заготовки для болтов. Проволока подается автоматически. От нее отрезается стержень, стержень вставляется в матрицу, конец его осаживается и расплющивается. Заготовки с круглой головкой попадают в новейший советский автомат для обработки граней. Из бункера заготовки двигаются по наклонным направляющим и попадают на вращающийся диск. Во время вращения диска головки движутся между двумя неподвижными протяжками, которые за один оборот диска обрабатывают две противоположные грани. Для обработки остальных граней заготовки дважды поворачиваются на 60 градусов и выбрасываются из диска. На их место подаются новые заготовки.
Нарезка резьбы на заготовках производится различными способами. Вручную резьба нарезается плашкой, укрепленной в плашкодержателе. Резьба в отверстиях нарезается метчиком с помощью воротка. Установка заготовок и перемещение суппорта на болторезном станке производится вручную. Резьба нарезается плашками, укрепленными во вращающейся головке. Станок для накатки резьбы. При сближении цилиндрических плашек их винтовые гребни вжимаются в заготовку и выдавливают на ней резьбу. А на этом станке резьба накатывается плоскими плашками автоматически. Заготовки прокатываются между подвижной и неподвижной плашками. При движении суппорта гребни плашек вдавливаются в заготовку и образуют на ней резьбу. Вы видите автомат для нарезки резьбы в гайках. Заготовки гаек засыпаются в бункер. Толкатели подают заготовки к метчикам. В процессе нарезки резьбы гайки нанизываются на метчики, продвигаются сквозь пол и вращающийся шпиндель и выпадает через его боковое отверстие в приемник. Великий русский ученый Николай Егорович Жуковский аналитическим путем установил, что осевое усилие винта передается виткам резьбы неравномерно. Больше всего нагружен первый виток, расположенный вблизи действующего усилия Q. Нагрузка на следующие витки быстро уменьшается. Испытание модели на поляризационно-оптической установке подтверждает расчеты Жуковского. Плоская модель двухходовой прямоугольной резьбы из прозрачной пластмассы собирается, устанавливается в раму, и нагружается постепенно возрастающей осевой силой. При просвечивании модели поляризованным светом на экране получается перевернутое изображение модели с полосами интерференции, по которым можно судить о распределении напряжения по виткам резьбы. Значение полос интерференции легче всего пояснить на простой модели бруса с эксцентрично приложенной продольной нагрузкой.
вызывающий в поперечном сечении, справа растяжение, слева сжатие. Эти полосы соединяют точки с одинаковой величиной максимальных касательных напряжений, которые являются одновременно разностью главных нормальных напряжений в данной точке. Между любой парой смежных полос разность максимальных касательных напряжений постоянна и зависит от материала модели. В нашем случае одно из главных напряжений в поперечном сечении равно нулю, поэтому полосы интерференции непосредственно характеризуют распределение нормальных напряжений, действующих вдоль оси модели. Нулевому напряжению соответствует нулевая полоса. С переходом от нулевой полосы к последующим напряжение возрастает. Это позволяет по номеру полосы определить максимальное касательное напряжение в любой точке модели. На свободном контуре модели по номеру полосы всегда можно определить величину нормального напряжения, а по густоте полос судят о концентрации напряжения. При испытании модели с прямоугольной резьбой полосы интерференции более интенсивны со стороны действующего усилия на винт снизу, что соответствует теоретическому распределению напряжений. Картина полос интерференции на модели винта с треугольной резьбой также подтверждает неравномерность распределения напряжений по виткам резьбы согласно исследованию. В этом соединении крутящий момент свала на шестерню передается шпонкой. Для вкладывания шпонки делаются канавки на валу и ступицы колеса. Шпонка вставляется в отверстие, образованное совпадением обеих канавок, и соединяет вал с колесом. Соединения, выполненные посредством сегментной шпонки. Призматическая шпонка закладывается в канавку на валу, после чего вал запрессовывается в ступицу. Наиболее совершенными являются многошпоночные или шлицевые соединения. Шлицы, сделанные на валу и ступице колеса, обеспечивают большую точность и прочность соединения. В особо ответственных машинах, как, например, в авиационных двигателях, применяются соединения с большим числом шлицев.